все, финальный поединок. А с вами категории опасное положение.
последнюю секунду. Кузнец его на самом деле Томас арестовал, шел в атаку, в открытую атаку. И ему ничего не мешало сделать, как попробовать провести чемата, но попался на контрдействие. Димитров. Пламен становится чемпионом Болгарии в своей фигуре до 56 килограммов. Из клуба Биоком на последних секундах.